Всем привет! Сериал от HBO «Чужак» по Стивену Кингу заслуженно может считаться одним из самых загадочных и интригующих проектов последнего времени. Тем более с учетом его финала, который оставил больше вопросов, чем ответов. Так что же все-таки произошло в конце? Какова будет теперь судьба Холли? Есть ли в мире и другие Эль-Куку, а также что стало с монстром в пещере? Ну и конечно, ждет ли нас с вами второй сезон шоу? На все эти и ряд других вопросов мы постараемся ответить в данном видео. Так что оставайтесь с нами. Итак, вряд ли данное видео смотрит кто-то, кто еще не в курсе, что за сериал мы обсуждаем. И все-таки, если такие имеются среди нас, для вас я скажу, что «Чужак» или «Аутсайдер» в оригинале – это классическая история в духе Стивена Кинга. С постоянным нагнетанием обстановки, не до конца понятной сущностью и тем более непонятной концовкой. Поэтому очень рекомендую данный сериал к просмотру, тем более, что уже все 10 серий вышли и смотреть их теперь можно одной пачкой. Ну а теперь давайте непосредственно к самому финалу. Итак, после того, как Джек Хоскинс, уже полностью контролируемый Эль-Куку, устроил кровавое побоище, а вы же помните, как немного ранее мы узнали, что он с ранних лет мечтал стать снайпером и даже был лучшим во время учебы, так что навыков ему не занимать. Короче, после этого Холли каким-то невероятным чудом таки удалось, может быть на несколько секунд, но выбить монстра из головы свихнувшегося копа. Многие сейчас спросят, как у нее это получилось, то ли Холли смогла как-то повлиять на самого Эль-Куку, а может тут сработал тот факт, что они с Джеком до того, как он стал полностью контролируемым, вроде даже и неплохо ладили. Короче, факт остается фактом, а тут еще и змея очень кстати подвернулась. В общем, воспользовавшись минутным просветлением, Хоскинс очень эффектно снес сам себе башку. И вот тут-то началось самое интересное. Во-первых, нужно отдельно сказать, почему же Эль-Куку, будем так его называть, выбрал своим логовом именно Медвежью пещеру. Тут все просто, ведь в своей последней инкарнации, скажем так, он превращался в Клода Болтона, чьи родственники как раз и были похоронены заживо в этой же пещере. Ну а для самого Эль-Куку их боли, страдания, страдания людей и особенно, как оказалось, людей близких к тому, чей образ он принимает, является как будто допингом или некой подпиткой энергии, перетекающей в него. Так что здесь понятно. Что же еще нам стало понятно, так это что сам чужак не знает толком кто или что он такое. Потому что на многочисленные вопросы, которыми вдруг начала сыпать на него Холли, Эль-Куку не дал ни одного четкого ответа. Скорее дав понять, что он просто существует и не осознает того, как, откуда и сколько времени, также не зная при этом, есть ли еще в мире такие же, как он. Разумеется, можно предположить, что монстр при этом просто темнил, и все же мне лично показалось, что говорил он вполне искренне. В конце концов, мы ведь поняли, что своих в кавычках гостей Эль-Куку не собирался отпускать, так что и лгать им ему тоже не было по большому счету никакого смысла. В конце концов, и сами авторы сериала также подтвердили, что Эль-Куку действительно не знает, откуда он пришел. Он просто темная сила. Темная сила, которая знает, что она хочет – питаться плотью младенцев. Причем вы заметили фразу «я ем, чтобы выжить». То есть, в отличие от многих жутких персонажей Стивена Кинга, этот выглядит относительно просто и даже незамысловато. Он ест, чтобы выжить, подчиняет сознание людей, чтобы они служили ему, пока он сам еще слаб, и ест именно детей просто потому, что они самые вкусные. Ну помните, как Пеннивайз также любил лакомиться детьми, потому что их страх был для него самым сладким. Так вот, ближе к делу. Место, в котором скрывался Эль-Куку, оказалось очень даже удачным для него, еще и потому, что в первую очередь огнестрельное оружие в пещере стало просто-напросто бесполезным, ведь от выстрела реально все вокруг могло просто завалиться. И тем не менее, об этом как-то не слишком задумывался Клод, только что потерявший брата и всадивший пулю прямиком в своего двойника. Кстати, опять-таки, в отличие от очень многих персонажей Кинга, Эль-Куку обладал вполне себе плотским естеством, ну, по крайней мере, на первый взгляд. То есть наше обычное оружие может нанести ему существенный урон. И вот тут наиболее интригующая часть событий в пещере. Дело в том, что, как-никак оправившись от завала и собравшись уходить, Ральф вдруг видит бесстрастный, бледный образ своего мертвого сынишки Дерека. Точно так же, как это уже происходило однажды, вскоре после того, как все началось. Нельзя точно сказать, какое именно отношение имел умерший сын детектива ко всему происходящему. Возможно, он появился, чтобы еще раз убедить своего
своего ранее более чем скептического отца в том, что существуют вещи за пределами его понимания. А может быть, Эль-Куку каким-то невообразимым образом был причастен еще и к смерти Дерека, хотя, конечно, вряд ли. Как бы там ни было, увиденное заставляет детектива вновь вернуться к телу якобы мертвого чужака. И, разумеется, он оказался еще живым. Причем очень интересно, что перед смертью, а может и нет, ну как минимум перед тем, как голову Эль-Куку размозжил огромный камень, он как Т-1000 из Судного дня начал принимать разные формы, причем не только людей, в которых он ранее уже перевоплощался, но и тех, кого он просто видел. Что задает нам еще много вопросов, например, обязательно ли необходим физический контакт с чудовищем, чтобы стать его следующей жертвой, и насколько сильно вообще он может влиять на окружающих людей, например, подчиняя их своей воле. Тоже совершенно не ясно. При этом абсолютно очевидна определенная связь Эль-Куку именно с Холли. Ее облик он, кстати, тоже пытался принять перед смертью. И знаете, вспомнив вопрос чужака, обращенный к ней, «Как ты так просто смогла в меня поверить?», мы понимаем, что связь между этими двумя в первую очередь возникла по причине того, что Холли и сама в некотором роде тоже чужак. У нее имеется странное отклонение от нормы, что-то вроде аутизма, отчего Холли, скажем прямо, не слишком блещет коммуникацией и социальными навыками. Так что да, в нашем социуме она, если не такой же, то где-то похожий на Эль-Куку чужак, и само название сериала могло бы в равной мере относиться и к ней самой. Но, конечно, главная загадка — это смог ли в принципе Ральф убить Эль-Куку, размажив ему череп, или этого недостаточно, чтобы уничтожить такую темную сущность? Можете сейчас написать, что вы думаете на этот счет в комментариях. Если же немного вернуться в бренный мир, то оставшиеся в живых Ральф, Холли, Юнис и Клод, а также жена Ральфа Джинни, все-таки сумели сделать все так, чтобы очистить имя несчастного Терри Мейтленда, разумеется, без всяких упоминаний об Эль-Куку или о чем-то подобном. И все-таки в результате это срабатывает, а окружной прокурор возобновляет дело об убийстве Фрэнки Петерсона, тогда как Терри Мейтленд оказывается полностью реабилитированным. И именно здесь, когда казалось бы, что все уже окончено, не хэппи-эндом, конечно, при таком количестве смертей, и все-таки окончено, Фрэнк прощается с Холли, говоря, что поработал бы с ней еще, кстати, вот вам и намек на второй сезон, о котором мы поговорим чуть позже. Одним словом, после всего мы вдруг натыкаемся на сцену после титров, и вот она-то как раз и несет в себе наибольшее количество всяких жутких вопросов. Ведь да, это классический прием с зеркалом, который, черт возьми, как всегда, очень хорошо работает. Ну а напуганная Холли и мы с вами на одно мгновение видим в зеркале отражение убитого Джека Хоскинса. Что это было? С одной стороны, у Холли уже бывали глюки хотя бы в том же автобусе. Да и после всего произошедшего психика у нее явно расшатана. И все-таки, что если это не просто так? Что если Эль-Куку таки удалось выжить, и теперь он решил отомстить своей главной обидчице? Вы ведь помните, как в пещере он говорит ей, мол, это из-за тебя я сейчас в таком положении. Хотя как бы в опровержении этого нам с вами показывают, как Холли бросается к зеркалу, чтобы посмотреть, есть ли у нее на шее характерный след, какой оставляет чужак на своих рабах. И вот тут-то, кстати, мнения расходятся. Нам, разумеется, специально все показали так, что однозначно сказать «да» или «нет» не представляется возможным. И тогда, как одни утверждают, что шея у Холли совершенно чистая, другие, наоборот, умудрились там что-то недоброе рассмотреть. Но зато что мы с вами можем увидеть совершенно четко, так это шрам на руке Холли. И тут основной вопрос, откуда он и когда появился? Вопрос критически важный, так как именно при помощи царапин и других мелких контактов чужак передает свое ДНК каждой новой жертве, в которую он и превращается потом. Разумеется, возможно, данный шрам просто-напросто появился при падении какого-нибудь камня, сталактита или обломка, в конце концов там, между прочим, целая пещера рушилась. И все же, как бы там ни было, это очень и очень зловещий знак, намекающий на вероятность недоброго исхода. В конце концов, мы ведь с вами и не знаем, как можно уничтожить Эль-Куку и можно ли это вообще сделать в нашем физическом мире, а также сколько таких монстров разгуливает среди нас. Разумеется, не хотелось бы, чтобы и Холли оказалась в их числе. А еще интересный момент, что когда она слушает радио, на фоне звучит песня «Вашингтон Сквер». Помните, та самая, которая рассказывал Ральф, кажется, в прошлой серии, как о единственном разе, когда он в самом деле поверил в нечто потустороннее. Короче, много в финале было загадочного, в конце концов, кстати, последняя сцена могла быть ничем иным, как просто знаком того, что контакт и уж тем более противостояние с такой сущностью, как Эль-Куку, не может пройти даром, и, возможно, теперь все, кому удалось выжить, должны будут все оставшуюся жизнь оглядываться, не стоит ли кто за плечом.
Что же, ну а сейчас еще немного о втором сезоне. Во-первых, авторы сериала сами говорили, что они в целом не против продолжения в связи с очень даже неплохими рейтингами их проекта. Во-вторых, на HBO 10 серия числится как конец сезона, а не конец сериала, что также как будто намекает на продолжение истории. Да и по всему видно, что Ральф в результате поверил в существование потусторонней материи, и он сам в конце спрашивал Холли, что еще там есть. В то же время, к слову, персонаж Холли неоднократно встречается в произведениях Кинга, так что, несмотря на то, что вроде как сама история Чужака окончена, продолжение ее все еще реально. Короче, тут, как мне кажется, все покажут рейтинги и готовность ключевых участников сериала продолжать. Ну а по финалу первого сезона, я думаю, наверное, это все. Если я что упустил или не заметил, вы напишите об этом в своих комментариях, ну и поставьте палец вверх, кому понравилось это видео, а также подпишитесь на наш канал. Спасибо всем за просмотр и всем пока!